Доброго времени! Меня зовут Ведьма Бажены, и сегодня я вас познакомлю с астрологическим прогнозом на 19 июля, воскресенье, планетарный покровитель, сегодня Солнце, наш источник жизни, сил и энергии. У нас продолжаются 28-е и начнутся новые 29-е лунные сутки. Сегодня очень сложный день. Может ухудшиться как физическое состояние, так и психическое. Постарайтесь себя взбодрить и заняться любимыми делами, чтобы не впадать в депрессию. Отвлеките себя любимым делом. Символ дня – спрут. Спрут вам поможет привлечь в вашу жизнь загадочные и удивительные события. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь наполнилась чем-то интересным, обратитесь к нему сегодня за помощью. В личных отношениях и семье уделите внимание сегодня очень большое семье и своим близким. Своему близкому кругу. Направьте свою энергию на укрепление внутренних связей. Для этого день очень благоприятный. А вот новых отношений сегодня лучше не начинать. И, конечно же, сегодня очень благоприятный день для ритуалов на благополучие, здоровье, счастье, радость, удачу. И во всем этом вам может помочь планетарная свеча Солнца, которая разбудит эти токи и поможет вам в исполнении ваших желаний.